Так, а какого года эта игра? 88-го, что ли? 89-го. Просто посмотрим, как и предыдущую. Фильм снимали идиоты. Он снят идиотами про идиотов и для идиотов. Да, написано сверху Бэтмен, чтобы ты не забывал, в какую ты игру играешь. А вы в курсе, что Бэтмен нарушает правила дорожного движения? Рой, я в детстве далеко в ней доходил. Ешь Resident Evil, да, или что это? Eat R.E. Я так, может, уровень пробегу или что-нибудь другое врублю. Слушайте, а задний фон прям киберпанк, ой, киберпанк, прям бегущий по лезвию. Игра понравилась? Какая? Вот эта? Или предыдущая? Ни это, ни предыдущие особо не нравились. Интересно, зачем придумали вот сюда залезать? Вот здесь, знаете, что надо было? Класть какую-нибудь прокачку, ХП, что-то типа того. Иначе зачем все вот это вот сделано? Для чего? Непонятно. А, хилки рандомно выпадают из челов, то есть, по идее, можно фармить. Ну, музон топ, конечно. Вот тут можно залезть. Интереснее. Ну да, пожалуй. Играть реально интереснее. А в том Бэтмене, кроме графона, ничего нет. Я буду путать, что на селек здесь пауза, а на старт. А, сердечко одно хп всего лишь лечит. Ну класс. Интересно, нам туда можно залезть? Живучий. Босс. Это и весь босс был, рили? В детстве казалось, что он какой-то сложный, босс с ним бой долгий. Sunsoft реально не умеет боссов, вот. Вот при всей крутости Бластера Мастера, боссы там, ну... Хотя это, наверное, лучшее из всех боссов, что есть. Вы вспомните тот же Journey to Silius. Там все то же самое. А я еще боссов в ПК-ремейке на них жаловался. Там вообще лучшие боссы. Лучше всех игр Sunsoft'ов вместе взятых. Я считаю, что там просто урон надо убавить было у персонажа при максимальной прокачке, и все.
Было бы вообще хорошо. Чтобы они так быстро не выпиливались. Босс, я вот не помню, доходил ли это последний. Может быть, я на нем и сливал все. Тяжело сейчас сказать. Вот опять же. Вот это вот можно прямо вот сюда танчик из Бластера Мастера повесить, прифотошопить, и никто даже не заметит подвоха. Очень похоже. Я так, кстати, уже делал. Может, помнит кто? Выкладывал скриншот. Локация мне очень сильно Бластер Мастера напомнила. Я прям зафотошопил. Да, и, кстати, и там тоже. Там есть прям один в один. Зачем сюда залез? Плохо так идут для первого раза, да? Здорово, про, кстати, здорово. Ау! Тупанул, я думал, он сидя выстрелит. А вот это честно было? Знаете, я не хочу уровень заново проходить. Здесь можно хп пофармить? Блин, ну вот во какие, а? Ай! Нет, не пофармишь. А, тут еще не босс. А тут тоже после конта ты стартуешь с подуровня. Это какая-то шаттерхенд прям штука. Выплевывала там роботов. Блин, какой тут немощный пистолет. Вот в предыдущей игре это был один из немногочисленных плюсов. Что ты начинаешь с того же уровня. А, ну как Ninja Gaiden, я понял. Кстати, а что было бы, если в предыдущей игре я умер на боссе? Меня бы откинуло на начало уровня, или с конта бы я начал все равно с босса? Кто знает. Вот я дошел до Джокера, что было, если бы я там потерял конт? Просто я не терял. По идее, там начинаешь с того же уровня, вот с 6-3. А как быть с боссами? Здорово, Шионис. Думал, наверное, тебе жопа. Колокольня? Но ретурнс так-то тоже неприятный. Много жизни у этой хреновины. Вау, меня он не задел. Ай! Почему это Бэтмен, когда умирает, превращается в какого-то Феникса? Одна жизнь. Там реально можно спрайт Феникса увидеть. А, кстати, а что будет все... Так, подката тут нет. Ну, такое ощущение, смотрите. Вот был бы это Бластер Мастер, ты такой... Ага, там можно пролезть. Слушайте, ребята, кто... Дабкиллер, ты еще тут? Вопрос. Кто шарит в фомитрекере? Кто расскажет, кто покажет? Кто мне объяснит, почему... У меня даже с инструментами звуки не те же самые, что... Треки.
Засейвься? Как? Каким образом? Нет никаких сейвов. Блин, тут в прыжке тяжело контролировать еще персонажа. Так, а что было бы, если я не упал, например? Точнее, я вниз бы упал. Так, а еще надо проверить, эти штуки уничтожаются, вот эти вот. Ну, об голову уничтожаются. Ай. Ай. Так, у меня еще есть одна жизнь. То есть я сейчас на уровне 2-3. Если я сдохну, меня отправят на 2-1, правильно? Хотя в Ниндзя Гайден не так, ты начинаешь с того же. А, боезапас тут общий на все оружие, да? Или... Да. Так-то бумеранги топич. Да, вот куда бы я упал, верно. А что было бы, если я упал вниз там дальше? Вот, например, вот здесь. Я бы упал дальше. Да, в принципе, ничего страшного. А вот вот неприятное место. Но у меня же есть бэт-бумеранги. А, типа я так бы скипнул небольшую часть локации, я понял. Batman Revenge of Joker хуже на порядок на Сеге. Ну да, там порт причем говенный. То есть игра сама по себе не блещет. Она утратила хорошую музыку и утратила хорошую графику, как ни странно. А ведь за это она ее не относит в разряд супер дерьма. Потому что она красивая и музон там классный. Типа вот тут можно хп подфармить, да? Слушайте, вот эту игру, вот смотрите, меняйте спрайт главного персонажа на чувака, похожего на Харрисона Форда, ну или просто на левого чувака. Называйте игру Киберпанк. Все. Вот это вот какие-то киберпылесосы ездят. Больше неоновых вывесок анимированных и все. Ну реально. Чуть за Мегамен. А я что сказал? А, я сказал Киберпанк? Я имел в виду Blade Runner, естественно. Откуда ж было знать? А нет, с 2-3 начал, с 2-3. Я уже думал на 2-1 отправить. Да, destroy the co... Кстати, хорошая идея добавить в голосовые команды. Желательно из пятой части. Только где мне найти чистое... звучание? Или хотя бы с PlayStation 1? А, последний уровень без чекпоинта. Понял. А, и в конце можно нафармить хп, типа там на врагах, вот на этих, попытаться, по крайней мере. Я что-то не понял, не помню, отреспавнились они или нет. Бум, поджопник. А эти штуки много урона наносят. Если что, я паузу не специально нажимаю.
Потому что на паузу это на старт, а не, не смена оружия на старт. Блин. Так, пылесос, дай хп. Ладно, сейчас тут пофармим. Оп, оп. Оп. Чуваки просто спортом занимаются. Смотрите, они бегают по вечерам. А Бэтмен их избивает. Нарушил правила дорожного движения в самом начале. Перешел на красный, на Don't Walk. Теперь спортсменов избивает. Избивает пылесосы. А что такое Б? Это очки просто? Правильно. Ой, полчаса фарма коту под хвост. Кстати, почему никто из злодеев не догадался нашить 1000 костюмов Бэтмена и одевать преступников в костюм Бэтмена, чтобы его подставить? И периодически так выходить в костюме Бэтмена. Грабить магазины, банки. Там же все такие доверчивые. Если там чуваки, блин, чувак напяли, Супермен надевает очки, все, его никто не может узнать. Хотя немножечко такой город другой. Было такое? Ну так надо было не останавливаться, надо было продолжать. По всяким твиттерам разлетится, что Бэтмен упырь-то на самом деле. А как вы думаете, кто бы кому навалял? Бэтмен или Iron Man? Роберт Дауни-младший или Майкл Китон? Или кто по-вашему лучший Бэтмен? Скажите, пожалуйста. Майкл Китон, Бен Аффлек или же Кристиан Бейл. А, и еще Паттисон, новый Бэтмен. Нет, значит, смотрите, смотрите, в клоунов наряжаться им не впадло, да? Хотя все равно они по лицу от него получают. А так бы все бы наряжались в Бэтмена и было бы... Паттисон сверкает. Я даже не знал, что он сверкает в сумерках. Мне Паттисон понравился в фильме «Маяк». Хороший актер. Там ему даже в кадре пришлось лысого погонять. Это, короче, реально забугорная, это самое, ремейк на «Слоника». Прям очень похоже. «Маяк» — хорошее радио, да? На самом деле говно, а не радио. Там ничего хорошего не было. А, ну, кстати, есть еще вопрос? Не, там были какие-то детские передачи, которые я когда кушал у бабушки, там радио постоянно это играло, я вот слышал там что-то. Там про каких-то этих, про какого-то капитана и детей была передача. Лево руля, право руля. Что там вон вдалеке? Видна земля. Блин, я фармлю хп, так уже надоело. Но это единственный шанс. Пройти этого босса, потому что мне нужно каждое хп. Я до сих пор не понимаю, что он делает, поэтому мне нужен фулл хп. Вот.
бы случайно не патроны? Нет. Патроны это ракеты. А Б, мне кажется, это просто очки. Давайте. У меня 5353 900. 54 тысячи очков. Оу, Люс, здорово, нифига себе, кто зашел. Ничего себе. Хочется XXX-менами рез подрубить, так подрубай. Кто запрещает? Я прошел две игры на Дунде по мышам, из трех осталось вот это. Фармлю ХП. Обожаю этим заниматься. Скобочки. Никак впечатление. Говно. Плов был прав. Ретроигры дерьмо. Но я поправлю его. 95% ретроигр дерьмо. 5% таки хорошие. Ай-яй-яй. Да в смысле? На Сегу недавно проходил Returns. Я не помню, какого я проходил, как он называется. Так. Что-то я нифига не понял. Ай! А, ладно, я с босса начал. Я не знаю. Она ваншотает или что? Когда ты ударяешь, она перестает быть лампочкой. Тут боссы ничем не лучше. Ты танцуешь с дьяволом. Что-то там. Фильм про Джокера сказал, что самый главный злодей это Бэтмен и его батя. Шонис. Это какой? Это вот который новый Джокер? Внезапно этот враг больше не станется. Ватман, который шуткует, танцует в сериале 60-х. Блин, Зетмастер, естественно, этот. Бэтфлик лучший Бэтмен. Я не знаю, я не смотрел Шоуниц еще пока что. Джокера, но я собираюсь глянуть. Какой графин, а? Да, Хоакин Феникс. Но я не смотрел с ними один фильм. По крайней мере, не помню, чтобы смотрел. Пошло говно. Вот это вот, вот душный платформинг. Это всего лишь 3-1. Вау.
Так, отстань. Блин, я затупил. Ой, тут водичка сменилась с голубой на зеленую. Ее явно не стоит пить. Там наверху как будто что-то есть. Какая-то дверь, типа секретный выход. Но, скорее всего, там нет ничего. Тархун, да, кстати, похоже. Мне Тархун не особо нравился, но если вообще никакой альтернативы не было, то, естественно, сойдет. Байкал топовая из таких газировок. Из, скажем так, отечественных. А, по отдельной, вот в чем дело. Но мне не нравится. Байкал тоже. Даже который из черноголовки Тархун, он все равно плохой, что ли, фейковый. Они тоже не дешевые. Да я же жал же. Начальный уровень, понял. Ну это у вас там Ашан, у нас Ашанов нету. Нам негде такой купить. Все, этот уровень уже душит. Ну смотрите, это только этот уровень начинает душить. А в Бэтмене, у которой Return of the Joker... Бесил уже прям через 5 секунд. В ленте? Вот, кстати, в ленте 100 лет не было. В метро вообще не было еще больше лет. В метро. Просто у меня лента далеко-далеко-далеко от меня прям. Туда ехать смысла не вижу. Ну, типа, по ценам она лучше, чем магнит даже. Да ё-моё! Слышь, в текстуре сидеть как-то не круто, ж читер. Знаете, что можно? Можно будет даже типа не выключать приставку. Чтоб не завтра заново это все не проходить. Если я, конечно, надумаю продолжить. Ракетами. Так он, если бы он не агрился, если бы он просто стоял, то может быть и да. Так он же стоит и прыгать начинает. В этой игре же две версии есть. О, а какая вторая? О, красиво. О, вот эту локацию я помню. Японка, что ли, американка? Не пропусти. На себе какой-то бронетранспортер у Джокера есть. С кучей заставок. И последний босс другой. И в какой... Вот в этой версии есть заставки. Там что ли еще больше, что ли?
А где Хельга? А, здорово, Хельга, не заметил. Куча синих никнеймов, даже не рассмотрел. Больше? Вау. А по сложности как? А чё ж они потом вырезали кат-сцены? Типа места на картридже не хватает. Да блин. Роникдом, привет. Ну как сказать? Скорее нет, чем да. Но она гораздо лучше, чем предыдущая, это можно так сказать. Блин, долбаная НЕС, а? О, помню это дерьмо, вот это вот. Вот тут игра просто дерьмо пошло. Вот с этим вот дерьмом душным. А мне музыка надоела давно. И у меня остался от Sunsoft Blaster Master Only на саундтреке. Так, блин. Так, надо как-то жить. Кто тут сейчас будет? Давайте поставим волыну какую-нибудь посильнее. Ай, да говнище! А в гиммик я и не буду играть, Дитмастер. Я начинал и дропал. Ну, то мне она мне не нравится просто, и все, мне неприятно в нее играть. Говно, унылое какое-то. Что-то вообще прям. Потому что разбираться лень с ним, Дон, понимаешь? Я поставил меднофен. Он лучше, типа, но в нем там какие-то хаки не работают. Вот я, например, его поставил, а потом я начал свой хак на Марио играть. А он там не работает. Вот это мне особо не надо вместе играть. Время, когда я хотел играть вместе, прошло уже. Теперь мне ничего не хочется. Хочется одному. Как доделал? Да, я его доделал, но мне надо заставку переделать, а я не умею. По идее, можно уже, типа, делиться хаком этим, но... Яна, приветик! Здрасте, да, здрасте. Привет. Вот спамит как падла, а? Посмотрите на это. Ой, лагает, а? Дунди ваша не тянет. И с МХаком. Ну, я хочу. Может быть, я найду того, кто сможет мне помочь. Так я поделюсь, так, конечно, естественно. Просто хочу на титульном экране поставить, типа, свой логотип. Я-то убрал всю инфу о себе оттуда. И вот надо вернуть, но покрасивее. Да, вот зачем командные строки? Вот в Настопии все хорошо. А зачем там вот это вот все? Ну кто-нибудь заморочитесь, да напишите нормальный интерфейс. Ну реально. Не все же сверхразумы, как вы. Блин.
Недоразумительник. Не, ну я могу и сейчас поделиться. Но хочется, чтобы вот, да, было доделано. Мне, там товарищ обещал даже на картридже его подогнать. Вот это вообще здорово. Найти бы, кто титульник пофиксит. Вот реально, хоть самому разбирайся. В ассемблере или в чем там это делается. Мне кажется, оно того не стоит. Я там, оказывается, я маппер сменил, вы представляете, у игры. Я даже не знал. Типа, она, Марио весит в два раза больше, чем должен. Ну то, что я уровни увеличил в размере. Ой. Там же можно еще количество уровней сделать больше, но мне кажется, она будет виснуть от девятого мира. Опять же, ограничения шпарому есть, есть. Вот какое тухлое место, а? Ну серьезно, ну какой мудак его придумал? Вот Sunsoft не могут без вот этого вот. Вот это вот кому понравится вот это вот? Вот это вот замечательность. Была неплохая игра, внезапно становится дерьмом. Это не сложно, это говно. Я до сих пор вот эти вот прыжки помню. И так дальше еще хуже будет, чем вот это. По-моему. Там электричество будет, огнеметчики тоже. И прям все то же самое, только больше. А мне было маппер. А вот мне сказали, что я там поменял его. Я даже не знал, что, я что-то поменял. О, смотрите, я задиспавнил этот танк. Короче, его диспавнить надо, я понял. И тут даже нету прямых, чтобы пофармить жизни. Представляете, какая срань? Как вон туда залезать, чтобы не продамажиться? Вот как? А, вот так вот, типа. Не, работал, просто что-то я там изменил, сам не знаю, чего. ММСР, ММС5, ММС6. Я просто делал уровни, все. Что там поменялось? Так, а этот гад не диспавнится, видите? Ой, так, короче, давайте делаю сейв. И может быть когда-нибудь я к этой игре позже вернусь. Но скорее всего никогда. Мне уже не хочется в нее продолжать. А вот, 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 скорее всего так и есть. Потому что мой Марио весит в несколько раз больше, чем должен. Может в два, может и больше. Ой, хп-шка. Ай-яй-яй-яй-яй. Так хорошо шел. Вот кто-то получал в детстве удовольствие от вот такого? Я не особо. Пройти-то, конечно, хотелось.
Хотя тот же Adventure Island мне нравился. Мне нравился бесконечно умирать там. Ну, как бы не то, чтобы нравилось, но я продолжал играть. И всему виной ром, в котором было 50 или 60, или может быть даже 99 жизней. И по идее, если бы я знал про пчелу, получается, у меня было бы 60 жизней на конте, я бы ее гораздо раньше прошел. Да блин! Вот где Никдом? Он проходил эту игру? Скорее всего, скажет да, но прошел разок и больше к ней не возвращался. Вот это опять же признак того, что вы поиграли в игру, да, немножечко. Доходили там до финального уровня, не могли его пройти, но потом вы этот картридж больше не искали. Вот это как. Вот поэтому и не искали, потому что игра говно. Здорово, Виталий. Шедевр. Как говорит Найтмар, шедевр. Музон, графон, конечно, да, все круто. Думаю, под Канами круче. Да он кривой. Как не знаю мы что. Ну да, мне он тоже нравился больше. Возможно, даже сейчас он мне нравится больше, чем вот это. Хотя вчера я его по нему хорошо прошелся. Тут надо на уровне было хилки класть. Хотя бы секретные какие-нибудь. Дурак. Надо было подождать. Изи проходится без урона. А вот тут какое-то говно, да, сейчас дальше. А, я упал просто. А, я задиспавнил. А, нет. А, нет, я не упал. Я, видимо, просто сдох. Хрена себе. Хрена себе, что я должен делать? Да что за говнище, блин, босс говна поел. Сейчас он сдохнет. Да, он сдох. Я не знаю, как это убивается. О, это ж, смотрите, это не Джокер, это этот полковник. Я стану полковником. Похож. Так, надо водички отойти попить.
Поехали. Этот уровень... Ну, до сюда я еще точно доходил. Музон мне знаком. Кстати, вот этот здоровяк сейчас убился вообще без урона. Смотрите, сколько они говна насовали сюда. Как они стали душить этим говном на потолке? А сколько всего уровней в игре? Кто помнит? 5, 6, 7? Интересно, как это место спидранера проходит? Им же надо быстро проходить как-то. И урон не получать. Вообще говнокантора, как хорошо, что их не стало, а? Короче, программисты, музыканты толковые, но геймдизайнеры просто никакие. Чувак, который делал Бластера Мастера, просто уволился, и все пошло по одному месту. Потому что он хотел делать вторую часть, а ему сказали, пошел нахрен. Четыре, два, еее. А, я вспомнил, они, я вот у кого-то видел, он один раз ударит и проходит насквозь. Все же 5, а это 4, ага. Я вот тоже думал, что 5. Что-то в памяти всплыло, что 5. Хотя я не проходил. Сэкономил жизнь. А, короче, толку от того, что я убил, она зареспаунится. А, блин, я наверх смотрю. Так, что, придется фармить хп на этих штуках? А нет, не придется, тут он чекпоинт. Вот там выход, вы видели? Вот мне кажется, спидранеры как-нибудь там через от стенки отскакивают, но залезают туда. О, органика пошла на заднем фоне, смотрите. Прям лайффорс какой-то.
Ну, эта штука ваншотит. Это они сперли из Людей X. На дунде вот эти вот барьеры. А это не сперли Шеттерхенд, вот это вот огонь. А, это здесь и стены не до... Ну-ка. Нет, тут никак, походу. Не, никак. Может, как-нибудь врага надо отспавнить наверх там какого-то, чтобы он тебя толкнул? Я уже играл у них недавно. А, ну ты если про себя, так пожалуйста. С удовольствием, скажи, сыграю и все. Так, эти кубики дамажат вот эти? Они не похожи на шипы. Это похоже на платформу, по которым придется прыгать. Ну, на Сеге, типа, вторые неплохие. Которые войны клонов. Которым причастен Джордж Лукас. О! А чё за тайминги такие говна? В смысле тайминг говна? Ты чё? Да, я ж нажимал. Нет, ну блин, ну жопа сансофтовая. А ты проходил его, Найтмар? Ты проходил его? А как же мгновенная смерть за секунду? Когда если ты неудачно встал во врага, ну как в Терминаторе. В принципе, это и есть клон Терминатора, это абсолютно одинаковый игр с одинаковой анимацией. Вот Найпер, блин, фанатеет от говёных игр, но сам в них не играет. Просто фанатеет просто так. Так ты пройди ее сначала, потом только смей ее название произносить, а то видишь, жульё. А Escape to Atlantis ты хотя бы прошел? Или первого Терминатора? Да блин, эти... Там не было платформы, черт. И самое главное, что после этого уровня будет босс. А тут как раз говно платформинг. Тебе Атлантида не пройдена, а ты в Warcraft играешь. Ну как так? Теряешь время зря. Я вот ее дважды прошел. Есть чем гордиться. Да блин, надо просто падать. Не, вот как вот, вот, ну вот, ну это, конечно, троллево такое, знаете. Что-то мне кажется, на этом уровне боссом будет Джокер. Типа он сбежит, как в предыдущей игре.
И нет ни одного участочка, где можно пофармить хп. Вот серьезно. Прохожу его любимый Border Down. Что за Border Down? Это Borderlands? Или это тоже шмап? На Dreamcast нет качественных шмапов, да, но на Dreamcast есть Pink Bullet, что-то там. Которую я хотел пройти без урона, и даже у меня почти там получилось. Но потом я забил, и я уже не хочу. Вот Ginga Force на... Ой, Ginga Force. На Tsuki Chronicles на харде в аркадном режиме я хочу затренировать, хочу. Хочу на днях попробовать. По чуточке начать. Вот на Tsuki Chronicles игра пушечка просто. Просто секс. Так. Ай-яй-яй-яй-яй! Тут тоже надо было просто спрыгнуть. Да блин! Ладно, сдохнем. Свой жизни одна, тоже сдохнем. Надо его предупредить. Так, подожди, а я вот тоже собираюсь проходить Ginga Force. Мне что, изи ставить надо? На старте. А там тоже как в Нацуке, да, есть типа режим с прокачкой, где ты рано или поздно затанкуешь все, прокачаешься, и есть типа аркадный, да? Блин, в этом, в... Даже скорее всего, когда ты нафармишь до хрена контов, даже максимальная сложность в этом Нацуке Chronicles не будет такой сложной. Самое сложное это эти долбанные тренинг-миссии. Вот это вот третья или какая? На харде? На... Ну блин, это дичь вообще собачья. Или лучше музон про? Не согласен. Мне вот больше всего нравится музон с первого уровня. Вот эта начальная партия, она не очень. Ну, говорится... Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Второй левел. А я забыл, какая на втором уровне. Да, вот вторая. Казалось, платформинг тут несложный. Тут негде пофармить хпшку. Спасибо еще за полтинничек. Только что-то он не зачитал текст. Подождите. Это баг, наверное, да? Это второй алерт на Frost Sage. Короче, забаговалось, да. Короче, не спасибо. Не спасибо. Это потому что это... Потому что не было ничего, это фейк. Может быть, она не работает? Найтмар, ты можешь сам проверить. Сделать тест. Почему она не заполняется?
Может быть, они куда-то не туда скидывают. Там просто старая какая-то, может, осталась. Они не то выбирают. И так никто и не затестил. В чем прикол? Просто вот, я не знаю, у людей есть сразу по несколько, и они нормально заполняются. А тут есть одна, и она не заполняется. Короче, алерт взял, сработал второй раз сам. Или я там как-то... Блин, я даже не знаю, как так получилось. Неужели я там что-то клацаю? Да ну, это даже не открытая вкладка. Не-не-не, это баг. Но я такого ни у кого не видел, чтобы срабатывало дважды. Опять! Или я сдох? Вы заметили, у него выстрел иногда не появляется? Так, аккуратней. Так, это кто там такой ходит? Ах ты гад. Блин, а на ком тут фармить? Хрена себе, блин, пофармишь на таком. О, задиспавнилась эта хренотень. Хотя, может быть, с них повышенный шанс дропа хилок. Слушайте, а походу да, так и есть. Ой-ой-ой, хорошо. Хотя, ну, может быть и повышенный, но, естественно, не 100%. Какой-то респаун тут странный, они то появляются, то нет. Какой-то кибернетический киборг, не знаю, его создали на заводе, чтобы уничтожать бэтменов, а он ничего не делает, просто ходит медленно, получает по щам и разваливается. Он замахнулся, смотрите, то есть он умеет бить. Ну давайте еще одну хпшечку выформим. Так как-то так-то. Что-то она перестала падать. А знаете, что мне кажется? Во всех этих NES играх, даже от разных контор, спрайт персонажа всегда одинакового размера. Вот возьми Shatterhand, он будет такого же. Возьми еще какую-нибудь игру, там Jetman, он такого же будет. А я не собирал. Что это? Что это такое?
что ты не дохнешь? Да, да. Может быть, они получают урон только когда открываются? А как я не получил урон сейчас? Типа, когда я по нему бью, я не получаю урон, да? Что за говна, босс? Выглядела, по-моему. Сейчас уже все. Увидать начала. А раньше прям, да, няшная была. Такое ощущение, что она себе какую-то пластику неудачную сделала. Блин! Хотел сказать, только нашел страту. Да блин! Да, вот заходишь на стрим к такой няшной тяночке, хоба-хоба, там хлоп 10к, хлоп 16к. Типа разговаривает, вот, да, накапливалось бы донатами 1040 в месяц, я бы типа работать перестал. Это ей за донат, за стрим прилетает там 1070, наверное, сразу. То есть все, можно не работать месяц. И что-то я заметил, чем больше... Короче, чем больше... Вау, что это? Что с ним делать? Ай! Хрена себе! Стримершу из крана? В смысле, в какого крана? Кран, который строительный? Есть такая тянка на ютубе, Татьяна, по-моему, камазистка. Загугли. Тянка водит камаз. Рили, настройки. Ой, полджеку надо скинуть. Его мечта осуществилась. Крановщица, еще и стример. Так. Так, вот это неплохо было. Только что потом делать? Ой! Ну что за зрань, а? Так хорошо начиналось и так плохо кончило, а? Да блин! Босс-то идиотский какой-то. Я старался как мог, и не получилось. Мне кажется, так расход оружия высокий. А! Да в смысле? Да! Я экономлю жизни как могу. Ну сейчас я, конечно, уже затупил. Да, снимай этот костюм.
Блин, ну какая параша? Ну что за мудак этого босса делал? Ну серьезно. Я сниму майку. Так, вот сейчас надо слезть. Слез. А потом вот тут сидишь и ждешь. Типа сейчас все норм будет. Да, вот так он убивается. Ну типа... Нет, я сейчас затупил. Yes! Yes! Но босс говнище. Да, и на последнем уровне тупо музыку с первого уровня засунули. Так, сколько контов? Ноль. Авторский проект на украинцев, типа Карика Кластера, там, Чайки и прочая ностальгическая хрень. Поиграю в прототип. Блин, не хочу, лучше на ютубе найти. Посмотреть. Сам я больше к этому прикасаться не хочу. Мега Икс, привет. Hello. Здравствуйте, здравствуйте. Прикольный смайлик. Сколько патронов. Вот до сюда я доходил. Я помню этот уровень. Я помню этих огнеметчиков. Тут их просто до жопы будет. Значит, я проходил эти штуки. Да, да, вот это я помню. Да, вот это я помню. Да. Слушайте, значит, я и Джокера видел. Вот и смотрите, и как его ударить без оружия? Вот как? За спину перепрыгнуть не получится. А, ну там эта хренотень висела. Сколько ж кадров анимации вот в этих шестернях. Вы посмотрите, как красиво выглядит. Просто пипец. На Sega так даже не везде было. Даже на PlayStation'ах не везде. Да блин. Какие тупорылые места. Вот оно, да, вот это место я помню. Я ж все ждал, когда оно будет. Да, спрайты популярны до сих пор. Как вам такое? Ай, блин, там ловушка. И вот этот сейчас знаменитый прыжок там был. Не, ну как говорится, Дон, любой каприз за ваши доллары. Может, кластер бы и замутил, если бы ты ему бабосика подкинул. У меня, кстати, была многоигровка, бесконечная игровка.
на которой не было пронумерации игр, мы всегда думали, что их бесконечно, они повторяются. Так вот, там в чем был смысл? Там был задник из этого, вот этот пляж с Тянкой и Куном, но там не менялось время суток, и они были неподвижные, и музыки там не было. То есть еще вот такая версия была, где просто статичные чайки, и все. Да блин. Слушай, Лёха, а ты не знаешь того, кто шарит в фомитрекере? Или, может быть, ты шаришь в фомитрекере? Кто объяснит, почему ты в трек включаешь, он звучит хорошо, ты сам пытаешься что-то туда дополнить или что-то там поменять, и у тебя звуки звучат совсем не так, как в нем. Хотя инструменты ты пробуешь абсолютно все, и все равно они другие. Вот сансофтовский бас звучит отлично, его ни с чем не спутаешь. Но остальное все звучит неправильно как-то. Блин, вот этот прыжок вот дерьма сейчас будет. Вот это вот, вот этот вот. Это такая чушь, блин. Умирай, так я и помер. Короче, сейчас туда-сюда и будем закругляться на сегодня, потому что мои полномочия все, я усталь, я мухожук. Это слишком сложно. Бесит просто. Я могу вам напоследок фомитрекер включить. Хотя бы, если, может быть, реально кто-то поймет, почему я не могу. Почему? Шарит в программировании. Не, фомитрекер это не программирование, это писать музыку в 8 битах. Слушай, а он поможет титульник поменять? Он сможет в Марио нарисовать там что-то на логотипе, поменять там заставку начальную. Тогда можно будет и на карик записать, когда вот эта вот штука доделается. Фокси я просил, но он типа... Он может быть и сможет, но там надо долго сидеть. Типа надо спросить, это вообще долго и по усилиям как? Если это прям реально долго, то нафиг оно надо. Проще забить. А если человек реально там раз-два и все и сделает, чего нет-то? Вот этот прыжок спроектировал, а? Гуиды есть на английском, понимаешь? И там стандартное звучание в основном. Короче, я вот сейчас вот этот конт трачу и покажу вам, о чем я говорю. Блин. Ну, кстати, этот садизм. Вау, я смог это сделать. Ну, посмотрите, ну что это такое, а? Ты будешь запаздывать? Ну, может быть. Никак ее не достанешь. Вау, я как-то в нее заскочил и урон не получил.
Так, а как тут? На какую высоту здесь? А! Проще, наверное, просто спрыгнуть и все. Ай! Да капец! Вы что, озверели, что ли? Ай! Кулаком под... Ну, зачем запрыгивать? А как я... Не, вот тут, мне кажется, лучше не надо кулаком по одному удару, потому что... Да, вот тут я убился в прошлый раз об потолок. Да это нереально, вы посмотрите на эту срань. Ай. Да, в смысле? Вы чё, да это ж бред. Fatality. Здорово, Найтмар, браток, добрый вечер. Надеюсь, мы сегодня сделаем фаталити, стейдж фаталити Джокеру, и скинем его с этой башни, как было в кино. Хотя, подождите, мы его не... Вот видишь, эта хрень сработала просто дважды. У меня фулл хп. Было. Вот это место дерьма. Да в смысле, блин, ну чё за мудак дизайнил эту парашу, вот серьезно. И каким хрен, и чё, блин, дизайн классный, да? Торопишься? Нет, не торопился я. Я просто получил урон, не смог прицепиться к стенке, вот и умер. Нет, не торопился, Сириус. Давай, о, окей, давай я постою тут. Торопиться не буду. Ну, постою, давай, почилю, чайку хлебну. Сколько там времени прошло? Ну, все, можно залезать. Убили врага, спрыгиваем вниз. Не торопимся, стоим, ну окей, давайте. Я ж тороплюсь. Вот так не тороплюсь, наверное. Вот так, по мнению Сергиуса, не торопится, да? Что там написали мне, написали, почту проверил, тут все проверил, тут пылюку надо вытереть, все, можно до следующего загасить, все нормально, вот теперь Сергиус стайл, убили, вот этого рано убиваем, давай посидим, а то я тороплюсь слишком, вот можно сейчас посидеть, поразмышлять вот, рассмотреть поближе, как устроен огнемет, может быть. Какой красивый огнемет. Раз, два. Вот тут как старайся, как не старайся, это вообще реально без урона пройти. Ой, вот так вот классно. Раз. 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 Два. Блин. Раз. Раз. Два. Ну, камон, ну бч. Джокер после этой части умер. Никакой мести нет. Так что вот этот True Last. Это как в Batman Origins, да? Или как там он назывался? В котором Джокера убили, а потом вернули. Как тебе? Говно, конечно же. Как еще? Снежный уровень. Говно, блин! Ты что?
жопа горела на этом снежном уровне. Да, согласен. Один тот, который Adventures в Бэтмен и Робин. Вау, классно я придумал вот так вот. Падать, за стенку хвататься. Слушайте, может хватит? Так, и как тут залезть? Да черт, я сел пофармить! А, хорошо! Так, только вот эта падла не спавнится. Ну ладно. Четыре-пять часов? Да ты офигел, 4-5 часов. Я играл, когда родители дома, максимум час. А то и полчаса. А чё ты сейчас не исчезаешь, скотина? Слишком мало спрыгиваю. А теперь не исчезает. Просто... А вот если оценки получил нехорошие, то можешь забыть и о получасе. Блин, теперь они не исчезают. Хотя вот эта хрень вроде бы не исчезала. Да блин! Вот это обидно было. Так. Босс. Какой-то шаттерхенд, мужик. И задеспавнил вот эту хреновину. Ну ладно. А вот эта хреновина не деспавнится, да? Вот это место, я, если бы делал эту игру, я бы убрал. Оно идиотское. А, задеспавнил. Так, и чем мне его дамажить? Попробуем в углу сидеть. Я нифига не понял. Почти рабочая страта. Вау! Я нашел, кажется, стратку. Может даже на пистолет переключиться. Нет, на пистолет не надо. Тогда я не смогу подпрыгивать.
Блин, дурак тупанул. Что-то я затупил, да. Все равно это непросто. Не, мне кажется, просто, понимаешь, если я начну спамить, то я не смогу прыгать. И бумеранги наносят больше урона, и боезапас вроде как больше. Я бы с чего с них и начал. Просто ракеты тратят по два, что ли. А бумеранг задевает больше одного раза и расходует по одному. Но я проиграл, все равно мне не хватит. Ай, в чате глянул. Е-бой! Поздравляю, Бэтмозг. Ты готов встретить свою судьбу. Так, попробуем ту же тактику. Потому что он на меня не бежит, он просто стоит, бьет молнией и стреляет. Перепрыгнул, выстрелил пару раз, молния до тебя не достает вроде как. Может, конечно, типа первая фаза у него там. Да блин! Так, оп! Раз, хорошо, вот тут раз. Как кайф вот такой вот прыжочек этот делать, который у меня хорошо получается. Я уже часто дохожу до босса, согласитесь. Так, просто стоим в углу и проверяем. Блин. А присесть проканает? Нет. А, он бежит на тебя. Блин, нифига себе. А урон, что ли, большой какой-то? Ни хрена себе урон у него! Они там не то самое, ничего не перепутали? Так, попробуем дамажить его. О, видали? Блин! Слушайте, а что если вот так вот задамажить? Да блин. Да в смысле? Да как так? Жесть. Ладно, не работает эта страта. Блин, я не успеваю так быстро. Блин, это жесть какая-то. Сложно это будет сделать. Знаете? О, класс. Могу ли я вас попросить это сделать? Ну, заодно и в Бластере Мастере тоже можно дописать, что хак, бай, там, кто-то.
Сейчас я эту игру закончу и покажу, что я хочу. Yes! Пошла нахрен игра! Какие тактики? Просто сел, замесил. Че, еще не все, что ли? Че на? Я знаю, ты убил мои трусы. Ну, на самом деле, родителей. Потанцуй с дьяволом. Мужик, да ты просто... И как после этого Джокер вышел? Что вы хотите сказать? На ХП мы смотрим. Да, въезжаешь в стройку. Спасибо. Все, трилогия Бэтменов. Давай, до свидания. Кто сказал, что... Ну так есть же Revenge of the Joker. Вторая или третья часть. Третья. Если как на Кабуке. Кстати, Найтмар, мы же про это и говорили. Мы тогда и говорили, что там можно сделать хак на Ниндзя Гайден. Можно сделать хак на Бэтмена. Короче, Инди Джеймс, сейчас покажу кое-что. Что я хочу, в чем помощь надо. Так, спасибо, ребятки, все за ГГшки всем. Спасибо. Давайте досмотрим, что тут в конце будет. Кадака-сан, Кун, Атян есть какая-нибудь? Дон есть, но Дон ушел. О, какой 8-битный логотип, игра говна, ну блин. Я бы ее переделал.